Сергей Яшин родился и живет в Краснодаре. Он участник многих российских и зарубежных выставок, в том числе в Нью-Йорке и Париже. Его работы находятся в коллекции современного искусства Академии художеств России, приобретены Министерством культуры, региональными музеями, а также коллекционерами многих европейских стран и США. Полотна Сергея Яшина рождаются из контрастного сочетания материалов, достигнутых в смешанной технике, например, аппликации, коллажа, акриловых красок. Цвет и форма у краснодарца неразрывно связаны между собой. Его творчество прекрасно иллюстрирует название выставки. Художник творит в излюбленной серо-черной гамме. Почему черные? Потому что мне кажется, в черном цвете есть все цвета. И минимализируя количество цвета, я делаю больше акцент на какие-то эмоции, на какую-то глубину живописи. А так как название выставки «Четное черное», в залах представлено именно четное количество полотен.